Кто такой Франко? Франко – палач испанского народа, который разгромил парламент, свергнул правительство законное, избранное парламентом Испании. Председательствующий прерывает главу советского правительства и заявляет, что эти слова оратора не будут включены в официальный протокол заседания. Я считаю замечания совершенно неуместные, потому что почему вы не остановили тогда, когда возводил клевету на режим Великого Китая, представителей Соединенных Штатов Америки? Следовательно, не одинаковые права. Я отвергаю такие замечания.